Состав региональной избирательной комиссии на Камчатке обновят. Формирование нового начнется уже предстоящим летом. Претендентов представят депутаты ЗАГС Собрания и губернатор, а кандидатуру председателя – Центр избирком. Планируется, что первое организационное совещание нового состава избирательной комиссии Камчатки состоится в конце июня – начале июля. У нас ведь все просто. Как только заканчиваются одни выборы, сразу начинаются следующие. А в этом году на Камчатке важные выборы состоятся в сентябре. Ну и, конечно, уже началась подготовка к самой главной кампании. Это кампания по выборам президента. Осталось 11 месяцев. На встрече в краевом правительстве представители Центра избиркома обсудили вопросы технического переоснащения избирательных комиссий и их межведомственного взаимодействия с органами власти. Ирина Унтилова напомнила, что при правительстве Камчатки создана рабочая группа по содействию участковым территориальным избирательным комиссиям в проведении выборов. Задача этой рабочей группы – сформировать план организационных мероприятий, которые позволят качественно обеспечить подготовку участков, подъездных путей, необходимых расходных материалов, то есть все те комфортные, понятные условия, при которых человек может прийти и выразить свое волеизъявление. Напомним, что в этом году на Камчатке пройдут сразу несколько избирательных кампаний. Наиболее масштабными станут выборы депутатов городской думы Петропавловска, а также районных сельских глав и депутатов. Единым днем голосования станет 10 сентября.